События года. Юбилейный творческий вечер Виктора Дробыша. 50 лет. Будут все. В концерте принимают участие Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Кристина Арбакайте, Валерия, Стас Пьеха, Александр Коган, Слава и другие. Звездные дуэты в одном концерте. Всем привет, я Стас Пьеха, и я буду рад вас видеть в Германии в феврале на концерте Виктора Дробыша. Будут все.